Серьезный внедорожник. Блин, а чья это машина такая модная? Ёханый бабай, привет. Привет. Ну что там? Ничего. А это та, что красная была? Да, да. Или другая это? Другая, другая красная. Она это пониже как-то получилась. Другая красная. Все из алюминия, каркасик, мотор сзади, Toyota, стоял в красном, тоже, наверное, регистрация тракторная, интересный аппарат. Да, залипли мы на этой точке, сейчас. Сейчас едут. Шины Богер порезаны. 39,5, наверное. Так, следующий. После Чернобыля он там оставил их. Светится в прихожей наверху. Франц. Вся Нива поехала. Не, ну серьезная машина. Я уже все, погнали. Франц, слышишь, как на бульваре. Как на бульваре. Кстати, которые вообще вышли и прошли. Это самое на Ниве. Не бойся. Павло, не бойся. Иди с той стороны. Ёханый, почти выехал. Обратно пройдет. Обратно, да. Хаммер аж первый. Да, неплохо. Жди меня внизу, сказал пилот. Жди меня внизу, говорит, да? V6. Ну на красной такой же стоит тойотовский с FJ 4-литровый. Здесь тоже похоже он. Да не, это другая вроде. Франц, по-жесткому. Чуть-чуть ходом, да, чуть-чуть дай ходом. Как жаба, да? Да это вообще. Под рульки есть у него. А, тут выехать будет непросто. Тут выехать будет непросто. Там будет непросто совсем. Падают люди.
Очень скользко. Чуть-чуть пониже, ну что? Ходом надо брать. Жестко. Заскочил. 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 Сейчас, тут интересное место, где Нива ехала. Не получилось. Ну, молодцы, четко. Какое время? 5.19. 5.19. Ну, вы быстрее, чем предыдущие, намного. Самый быстрый сейчас. Наверное, да. Так, вот и ВЭшка по этой же трассе. Там на подрульке. Вот и ВЭшках не бывает подрульки. А у вас, да, у вас есть. Там строят мост, уже штурман. Что, заедет, думаешь? Да нет, тут сложно. Только Нива тут может. Привет. Тут серьезный пилот. Ого. Сеня, якорь выпал, Маша, ты не попал на сантраки. Якорь выпал. Уйди, пожалуйста, угадай. Хорош! Назад, назад! Давай! Бородач, это тебе не мог и по-пенсионерски. В другую сторону нажимай! В другую! Нормально валит. Маша, стой! Звука давай! Я не слышу его, а он ушел! А шмикну! Стоп! Не наматывай на руку! Давай назад! Давай! Не работает. Связь не слышит. Штурман пилота. Пилот штурмана. Маша молодец. Не попала на сантраки. Маша жесткая. Маша жесткая очень. Маша жесткая. Сейчас будет экшен. Женя, поправь лебедку спереди, Жень. Лебедку спереди поправь. Ну, Маша. Ну, в эту сторону проще.
Ваша жесткая. Ну а тут место еще непростое. Просто. Там на финиш. Жене надо добраться теперь до финиша. Так, ну вот. Вова с Серегой. Они тут уже катались, дорогу знают, спасали Ниву. Кто не смотрел, посмотрите. Пошла жара. Вова побежал. Ну и начало. Времени на поворотах без подрулек. Подрульки — это колесо одно заднее подтормаживается газу и попадаешь в траекторию. Но это не котлета, тут сложнее. У Вовы очень красивые ритузы национальных цветов. Будут пробовать. Повыше, Вов, повыше. Лезь на дерево. Давай, тяни. Помогай колесу. Ёханый бабай. Это жесть. Ага.
спасибо. Ого. Чуть экшен не произошел опять. Повезло. Сложно такой машины. Молодцы. Блокировки включи, она сама поедет, Серега. На блокировках поедет, попробуй. Все нормально. Хотели лебедиться второй раз. Как мажоры, да? А здесь лучше не спускаться. Здесь лучше не спускаться. Так, тут место непростое тоже для. Нет, здесь парк. Да не должен. Так. На котлетах попроще, конечно. Сложный выход один остался. Ленту порвали. Без сантрака тут сложновато. Йо, так в стену морды. Надо было сразу сантраки положить. Бородач мочит, обозвал Вову крысой. Говорит, у тебя сантраки есть. Ёхана, Серега жесткий. Серега жесткий. Сантраки могут. Дубасит в стену. Вова, давай, время идет. Что ты ходишь как по пляжу? Марк, давай!
шасси. Бородач подсказал, говорит, пусть попробует выехать. Не смог. Надо было сразу так сделать. Там бревно. Помой сантраки, Вова, вот водичка, Вова. Не возбугра с этого получается. Летело и слетело. Так она, наверное, но с вывернутым рулем и слетела вниз. Десять сорок семь, нормально. 4 минуты в запасе еще было. Красавчики, было непросто им.